маленькая капелла, пожалуйста. Настя Евстигнеева. Дело идет к финалу. На финал оставили, можно сказать, десерт. Все-таки мы не обходимся без тлетворного влияния Запада. Когда-то это был такой запретный плод, он был такой сладкий. Но не перестает быть привлекательным, потому что мировой шлягер возит Аркерн. Песенка называется «Дым». Что-то вроде «Сиреневый туман над нами проплывает». Как-то не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я расстался навсегда. Кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что девушка и я расстался навсегда. Вы прослушали краткий перевод произведения, которое будет исполнено. Лия Авшан. Так по бокам.
бетонного причала у последнего столба. Здесь вдали остались в буре, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной мягкой лапой бьются волны во маяк. Я скажу себе по трапу, я скажу себе по трапу, независимый моряк. Но все время призывают отдаленные моря, все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, так от пирса отошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекают, ни на что не намекают, просто песенку пою. Оркестр Австралию без лишних слов. Там сейчас как раз прозрели осень.
Это этому горю. Ансамбль КСП «Гибрид».